приветствую всех поклонников спорта номер один. Добро пожаловать в Астрахань. Здесь весна не только на календаре. Всех тех, кто сегодня остался у своих экранов, мы приглашаем в следующий раз все-таки посетить футбол, посетить стадион не только в Астрахань, но и во всех остальных замечательных городах этой замечательной лиги. Недаром она лучшая в мире. Меня зовут Дмитрий Болотин. Сегодня я для вас высоко сижу и далеко гляжу. Покинул скамейку запасных, а потом вижу, что он на месте. Ну, а здесь хорошая передача. Да? Гильзидинов. Удар в ближний угол. Было опасно. Ну вот, наконец-то момент. Наконец-то момент. И создает его Волгарь на 34-й минуте. Ну, я не думаю, что отсюда будет удар. Все-таки далековато до ворот. Но Нитфулин может. Хотя, конечно, да, около 30 метров. Нитфулин разбег. И удар действительно. Рикошет. И 1-0. О-хо-хо-хо, ничего себе. Да, это был удар, который трансформировался в передачу. Это Журавлев, по-моему. Да, это Юрий Журавлев. Еще раз. Удар. Хорошо принял Журавлев этот рикошет. Ну и Адоевский, конечно, можно сказать, что над головой мяч пролетел. Ну, я сомневаюсь, что Адоевский имел шансы. Давай дождемся, чем завершится эта атака Химок. Тут Корян. О-хо-хо, какой ударище, едва счет не становится. 2-0. Вот Исаенко. Корян и Абдуллахи приняли участие в этом наступлении. Исаенко завершал. И все было очень близко к голу. Так, судя по всему, второй тайм будет ярким. Корян. Корян. Очень опасно может быть. Аршак делает передачу, не бьет. А здесь удар Нитфулин, Нитфулина. Равиль Нитфулин 2-0. И это, знаете ли, максимально серьезная заявка на победу. Ну да, и в отличие от Юрия Журавлева, Нитфулин гол празднует. Многие химкинские серии уже продолжаются и могут продолжиться. Ну, может продлиться, конечно, и наверняка это случится, серия без поражений. Я напомню, она насчитывает 11 матчей, и, судя по всему, все идет к 12-му. Ну, помимо этого, уже в 5-м к ряду выездном матче химчане забивают более одного мяча. Уже в 5-м к ряду выездном матче химки забивают в первом тайме, мы это видели. Это сделал Журавлев. Жесткое столкновение, но нет нарушений, по мнению арбитра. Опасный момент. Адоевский! Лишил Данила Адоевский Равиля Нитфулина шанса на дубль. Как Мюнхгаузен просто себя за волосы вытаскивает. За самые длинные, как у Коряна. Абдуллахи! Ой, Адоевский, красавец какой снова. Да, волосы как у Коряна, который, правда, выступает за Химки. И делает все, чтобы Болгар не смог себя, ну не закати волосы, даже если они будут по самой пятке. И тот скилл на Ушатова. И не свалил, оказывается. Ой, и Задоевский выручает после удара Терехова. Ну, Сергей словно вдохновлен примером Юрия Журавлева. И очередной опережает Косарева. Захар Волков. И дает финальный свисток Ранель Зияков, оглашая о победе Химок в Астрахани со счетом 2-0. Благодаря мячам Юрия Журавлева и Равиля Нитфулина.